Программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Анна Лапшина. Накануне состоялось очередное заседание Кировской городской думы, финальное перед уходом депутатов на летние каникулы. И о наиболее важных моментах в работе городского парламента за последний год мы сегодня и будем говорить с нашими гостями. Это Елена Ковалева, глава города Кирова. Елена Васильевна, добрый день. Добрый день. Алексей Рябов, заместитель председателя городской думы. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. И Сергей Копытин, председатель постоянной комиссии думы по благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Елена Васильевна, ну, давайте, наверное, мы начнем все-таки с некого общего такого, да, плана, что называется. Какие темы, поднятые Гордумой, вы считаете самыми важными и актуальными для Кирова? И почему? Ну, в первую очередь, хотела бы сказать, что в отчетном периоде работа Кировской городской думы была, как и прежде, направлена на совершенствование нормативно-правовой базы, доработку муниципальных правовых актов, которые рассматривала и принимала дума, ну и, конечно же, на повышение качества реализации тех решений, которые были приняты ранее. Принципиально и последовательно мы, собственно говоря, осуществляем свою работу по основным направлениям. Это формирование, исполнение бюджета под постоянным контролем находится, контроль за целевым расходованием, своевременным и эффективным расходованием бюджетных средств, оказание поддержки малому и среднему бизнесу. В прошлом году это было очень актуально по тем отраслям, которые наиболее оказались чувствительны к этому пандемийному периоду. Также мы осуществляли контроль за исполнением должностными лицами администрации города своих полномочий по решению вопросов местного значения. Ну и, конечно же, для нас крайне важно было это контроль за реализацией национальных проектов, потому что большие суммы средств выделяются из федерального бюджета. Это идет через реализацию государственных программ, поэтому, говоря об этом, нужно сказать, что мы ежеквартально держали руку на пульсе, потому что заслушивали информацию не только по исполнению бюджета, но и по реализации государственных программ. Не могу не остановиться на двух важных документах стратегических, которые были приняты в конце прошлого года. Что за документы? Это стратегия социально-экономического развития, и мы как-то более подробно об этом уже говорили, и генеральный план. Первый документ у нас рассчитан в реализации до 2035 года, генеральный план с горизонтом до 2040 года. Поэтому для нас, конечно же, сейчас очень важно установить контроль и совместно с администрацией города реализовать те проекты, которые сегодня заложены в паспортах. Для сведения хочу сказать, что у нас в рамках реализации стратегии социально-экономического развития города разработано 41 проект и 314 мероприятий их наполняет. Поэтому, ну, достаточно такой обширный и, я бы сказала, амбициозный план реализации. Для нас важно что? Чтобы это не осталось на бумаге, чтобы мы, реализовав эти мероприятия, достигли тех результатов, как в социальном, так и экономическом развитии города. Поэтому работа предстоит достаточно серьезная. Говоря о генеральном плане, ну, мы понимаем, что в этом документе у нас заложены основные направления развития и характеристики планируемых объектов как жилищного строительства, так и транспортной системы. То есть все развитие, которое должно происходить в городе, оно должно найти отражение, я бы так сказала, привязку непосредственно к территории города. Поэтому не случайно достаточно сложно шел согласование этот документ, но на сегодняшний день генеральный план принят. И, конечно, опять же, крайне важно, чтобы мы, используя, основным механизмом является это участие в национальных проектах, чтобы мы реализовывали эти направления. Не могу не отметить, наверное, в сфере землепользования и застройки у нас новое направление. В связи с принятием изменений в федеральное законодательство мы уже первый проект вот такой есть. Начинаем реализовывать программы комплексного развития территории. Новое направление. Что оно означает? То есть застройщики, кроме жилья, обязуются в этом договоре осуществлять строительство объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, но при этом и сама администрация города берет обязательства также в части строительства, например, социальных объектов. Пример, вот у нас комплексная застройка на территории Шубина-Ганина. Всего на сегодняшний день у нас администрации сформировано 38 территорий, которые могут войти в эту программу. Я считаю, что направление достаточно интересное. Оно действительно отражает запрос жителей города в части, чтобы комплексно территория развивалась. Наверное, это самое главное, что должно быть.
чтобы людям удобно было жить, вне зависимости от того, в каком районе города они находятся. Жить, да? Работать, mm-hmm. действительно, чтобы было недалеко, детей водить в школу, в детский сад. Действительно, как бы программа неплохая. Также, наверное, стоит отметить, у нас неоднократно вносились изменения в правила внешнего благоустройства города, потому что этот документ у нас живой, и постоянно он у нас изменяется, наполняется не только в связи с изменением законодательства регионального и федерального, но и в силу тех обстоятельств, которые мы видим неурегулированно оказались по той или иной причине в нашем документе. Поэтому многие вопросы нашей жизнедеятельности, они как раз отражаются вот в этих правилах внешнего благоустройства. Также мы больше стали внимание уделять вопросам архитектурного облика нашего города, ну и, конечно же, как у нас размещаются информационные вывески, угу. рекламные конструкции. Дизайн-код так называемый, да? Да, может быть, подбираемся, конечно... Подбираемся к нему тихонечко. Подбираемся тихонечко, но самое главное, что те изменения, которые сейчас вот внесены в правила размещения рекламных конструкций на территории города, во-первых, они прошли достаточно серьезное обсуждение с общественностью, с самими, так сказать, интересантами, с бизнесом. В конце прошлой недели мы вновь встречались в торгово-промышленной палате накануне праздника Дня торговли. И также поступило предложение, давайте мы еще подготовим пул предложений в части внесения изменений вот в эти два документа. Договорились, что к сентябрю предприниматели свои предложения сформулируют. Мы совместно, депутаты, администрация города их обсудим, и уже руководствуясь и опираясь, наверное, вот такое взвешенное решение, дальше продолжим корректировку и усовершенствование этих документов. Ну, если говорить о контроле, то, конечно, под вниманием находятся все вопросы местного значения у депутатов и не только. Мы в рамках своей деятельности приглашаем к нам и на заседание комиссии, и на заседание Думы с информационными вопросами, которые отнесены к компетенции и федеральных органов, и регионального уровня органов власти. Потому что жители, которые живут в Кирове, они делают запрос и на своевременное предоставление как услуг образования, так и здравоохранения. И много-много тех вопросов, которые поднимаются, но выходят за пределы компетенции органа местного самоуправления. Да. Какие темы на контроле Думы сейчас? Видите ли вы задачи, которыми будете заниматься в ближайший год? Ну, на самом деле, действительно, вопросов очень много на контроле. Какие-то уже сняты, но вот на сегодня 29 вопросов. Они такие разноплановые, конечно, но если так вот их скомпоновать, то это касается... По блокам. Да, по блокам. То это все-таки касается вопросов организации транспорта в городе. Это вопросы благоустройства в городе. То есть тут касается и пешеходных зон, и скверы, и дворы. Это касается и жилищно-коммунального хозяйства, это касается питания наших школьников и детей, посещающих детские дошкольные учреждения. И одна из новых тем, которые, в общем-то, даже депутаты стали инициаторами, это вопросы ремонта грунтовых дорог. Мы тоже как-то эту тему более подробно обсуждали, но я хочу сказать, что начиная с 2019 года мы системно стали этим вопросом заниматься, и те территории, которые у нас, ну, так называемые пригородные, угу. которые мы понимаем, они никогда не попадут по условиям под реализацию национального проекта, мы эти дороги ремонтируем как грунтовые, у нас есть отдельная программа. Более того, в конце прошлого года проведены были публичные слушания, где как раз жители сами пришли и заявляли свои проблемы, свои, так скажем, вот высказывали пожелания. Поэтому программа есть, программа не однолетняя, а трехлетняя. И наша задача с депутатами обеспечить реализацию. Обеспечить, в первую очередь, как? То есть при принятии бюджета, чтобы были обеспечены ресурсы. Вот в этом году мы также настояли в рамках принятия бюджета, чтобы на 5 миллионов рублей больше было на эти цели выделены. Угу. Поэтому и работ будет больше проведено. Вторая программа, наверное, которую я бы хотела сказать, это программа освещения. Опять же, подготовили программу по запросу жителей и с настойчивостью, так сказать, депутаты очень внимательно изучали, потому что те запросы, которые формируются, они же идут из округов.
Да, вот именно избиратели говорят, депутаты доносят, скажем, мы это все консолидируем, мнение, позицию, обсуждаем с администрацией, и у нас появилась еще одна новая программа, как раз она касается освещения улиц. Тоже, наверное, история, которая больше с отдаленными районами города связанная, да, потому что в центре это, может быть, не так остро стоит этот вопрос, здесь много магазинов, много вывесок, подсветка есть, что называется, да? Вы знаете, конечно, обустройство сетей наружного освещения в первую очередь затрагивает пригородной территории города, но, как оказалось, у нас есть улицы, пусть, может быть, не в самом центре города, но на них по какой-то причине вообще отсутствовало освещение, то есть, в принципе, не подразумевалось там его строить. Поэтому вот эти все территории, они сегодня у нас проинвентаризированы, учтены, и мы контролируем реализацию этого проекта. Конечно, процесс не годовой, там, да, это будет длительный период, но, тем не менее, начало положено, и я уверена, что в этом году, в 2022 году. Этим вопросом будете активно заниматься? Ну, будем активно действительно заниматься. Для примера хочу сказать, что буквально год назад мы подняли вопрос замены оконных конструкций в наших образовательных учреждениях. В школах, в детских садиках. Да, потому что, вы знаете, когда обозначалась цифра администрации, что это надо порядка 250 миллионов рублей, она выглядела пугающей. Где взять? Да, но когда мы начали с депутатами, в общем-то, настоятельно в эту программу вовлекать, скажем, и средства, которые идут по наказам избирателей, и непосредственно уже предусматривать централизованные средства департаменту образования. И я очень надеюсь, что даже по истечении уже этого года большая часть проблемы будет решена. То есть это говорит о том, что если системно заниматься любыми вопросами. Потихоньку, маленькими шажками. Совершенно вы правы. Самое главное, чтобы мы понимали, в каком периоде мы будем реализованы, чтобы жители об этом знали, а они очень достаточно внимательно всегда прислушиваются, и мы не даем ложных обещаний, мы говорим о том, что вот в таком-то году или что там процесс такой-то. То есть депутаты аргументированно общаются с нашими избирателями. Да, есть еще один очень важный вопрос. Вы как раз про деньги сказали. Все-таки насколько благополучно в городе дела обстоят с финансовой точки зрения? Есть ли какие-то опасения, что что-то придется резать из-за коронавируса или недобора там каких-то платежей? Опять же, наверное, с этим связано. Да, вы знаете, конечно, прошлый год он был достаточно сложный, и все эти ограничительные мероприятия, безусловно, повлияли как на работу бизнеса, так и отразились непосредственно на бюджетах всех уровней. И покупательская способность упала. Конечно, благодаря помощи из федерального бюджета, регионального бюджета, благодаря нашим действиям, которые мы предприняли в части минимизировать вот какие-то такие потери бюджета, нам удалось реализовать бюджет достаточно неплохо. То есть практически мы ликвидировали дефицит, который даже был плановый, а он был немаленький, примерно 500 000 000 рублей. Что касается этого года, бюджет сформирован сбалансированно, то есть мы не планировали дефицит, соответственно, доходы равны расходам. Что касается фактического исполнения бюджета, на сегодняшний день ситуация свидетельствует о том, что мы должны выполнить бюджет в полном объеме. Более того, те предложения, которые были сформулированы на внесение изменений в бюджет, они у нас плюсовые, то есть мы корректировали в сторону увеличения налог на доходы физических лиц, исходя из фактически складывающейся ситуации, и налог по упрощенной системе налогообложения. Поэтому ожидания у нас хорошие, еще раз повторяю, что мы доходы должны выполнить. Проблем здесь не ожидаете? Нет, не ожидаем. И налоговая, как главный администратор по налоговым доходам, говорит о том, что плановые показатели у нас будут выполнены и перевыполнены. Ну вот если говорить про коронавирус, уже в таком более бытовом, что называется, смысле, да, от финансовых каких-то вещей отойти, то как пандемия сказалась на работе депутатов, в частности, на их взаимодействие с избирателями? Вот Сергей Владимирович, сначала спрошу, не пришлось ли как-то переносить встречи в онлайн, сокращать количество встреч, как это было? Ну, безусловно, Елена Васильевна уже сказала, что не могли не сказаться ограничительные все мероприятия, принятые и правительством Российской Федерации, и правительством области на те мероприятия, которые мы планировали, да, на этот год. И, безусловно, из офлайн формата, особенно в какие-то там пиковые, так скажем, моменты, приходилось уходить в онлайн. И онлайн использовать иные средства коммуникации, мессенджеры в том числе, потому что в первую очередь
ты как депутат общаешься с понятной тебе ячейкой, да, это активные граждане района, это инициаторы каких-либо мероприятий в районе, которые планируется проводить. А вот эти люди, конечно... У всех возможность вообще доступа в социальные сети, в мессенджеры была? Просто вот я знаю, что наиболее активные это всегда пенсионеры. Вот часто так бывает. Кстати, вот и мамы молодые. Пандемия, да, она как раз и этот момент уже она вскрыла. Оказывается, у нас и пенсионеры очень активно пользуются мессенджерами, общаются очень легко. Нет проблем в этом плане, в части вот коммуникации. Все обогатились новыми знаниями. Я рекомендую, да, использовать. Как показывает практика, это тоже эффективный инструмент, как средство коммуникации. Который останется с нами даже после того, конечно, как пандемия закончится. Да, мы ведь в любом случае говорим, что там, мы расцениваем, рассматриваем все эти ограничительные моменты не как проблему, а как возможности, да, для того, чтобы улучшить в том числе и через вот эти новые возможности, да, улучшить наши коммуникации с нашими избирателями. Да, ограничения сказались, но в то же время мы связь с гражданами не потеряли, не утратили, находимся с их активной частью, инициативной частью в постоянном диалоге. Особенно это касается тех, кто участвует, и мы это поддерживаем всегда, и поддерживали, участвуют в каких-то грантовых городских конкурсах. И используют возможность участия в областном конкурсе ППМИ, да, поддержки местных инициатив. Поэтому в первую очередь, конечно, мы поддерживаем и стараемся помогать таким гражданам. То есть в любом случае направлено на благоустройство, на создание комфортной среды именно придомовой территории, да, либо какого-то общественного пространства рядом с домом. И мы не можем находиться в этот момент в стороне. Мы готовы, как депутаты, оказывать возможную всяческую поддержку таким гражданам. Алексей Николаевич, солидарность с коллегой поддерживаете? Я не было проблем? Сергея Владимировича, конечно, то есть многие пенсионеры, предвидя, что ограничительные мероприятия, скорее всего, будут и дальше продолжаться, покупают недорогие смартфоны, но, по крайней мере, они поддерживают социальные сети и активно общаются. Более того, я скажу, что когда только ввели ограничительные мероприятия, именно снижение активности было, наверное, со стороны избирателей прежде всего. То есть люди остерегались, боялись приходить и звонили, спрашивали, как к вам попасть на встречу, чтобы ни с кем не сконтактировать. И вот у меня в округе нам пришлось немножко разделить, если раньше они приходили и просто ждали в приемной в свою очередь, то сейчас мы стали делать запись по времени. Как в МФЦ у вас прямо? У одного избирателя где-то, минут 20-30. И вот они приходят строго по времени. Ну, людей надо уважать, их тоже. Они понятно, конечно, опасения были понятны, особенно прошлой весной, когда все только начиналось. Сейчас стало немножко попроще, но все-таки основная активная часть избирателей – это люди достаточно преклонного возраста. Все-таки надо их нам беречь. А как происходит вообще взаимодействие с депутатами? По каким темам? С чем обращаются чаще? По Алексею Рябову и Сергею Капутину. Вы знаете, вопрос. В каждом конкретном округе у нас нет, конечно, никакой предварительной там записи, вот по какому вопросу надо обращаться. То есть люди приходят в приемные депутаты со своими какими-то проблемами. То есть они изначально не заявляют, что я приду по такой-то теме? Некоторые заявляют, некоторые просто приходят. Более того, некоторые приходят, и мы с ними разговариваем, можно сказать, даже на личные какие-то вопросы. Просто человека надо выслушать, успокоить. Мы не можем решить его проблему. То есть не муниципальное образование. Не всегда так получается. Не лично, да, депутат это... не может даже посодействовать. Но просто поговорить с человеком, успокоить, все уходят довольны. Следующий момент. Обращаются, как правило, больше по вопросам благоустройства. То есть самая, самая больная тема получается. По вопросам благоустройства именно своих территорий. То есть придомовая территория, двор, проезжая часть. Вот сегодня поднимали вопрос, если двор стоит транзитом на дороге, которая ведет к образовательному учреждению. Шлагбаум мы не имеем права поставить, но очень много машин ездят, разбивают тротуар, дорогу. Постоянно паркуются, больной вопрос. Особенно к садикам. Садики ломают часто во бордюры, да, ограждения, деревья. То есть очень много вопросов. Я думаю, что мы, наверное, найдем решение этого вопроса. То есть мы накладываем сервитут, и муниципальное образование имеет право в данной ситуации вот, участвовать в благоустройстве этой территории.
То есть по вопросам благоустройства больше всего ваше ведомство, Сергей Владимирович, получается, ваша комиссия. Я подтверждаю сказанное Алексеем Николаевичем. Вы знаете, я тоже хочу сказать, что нельзя вот как-то сказать, что все округа поднимают одни и те же, разные абсолютно вопросы. Разные. Проблемы, даже наверное, если взять вот мой округ, первый избирательный, настолько запрос жителей разный, что пришлось создать 4 общественных совета, потому что запрос у избирателей разный. Дороничи – это одна история, микрорайон Ленгасово – у них свои, вот правильно, Сергей Николаевич, те бытовые вопросы, проблемы, и даже предложения, не обязательно проблемы, какие-то предложения, инициативы, которые они хотят реализовать именно на территории, где они проживают. Учхоз тоже как бы там свои есть вопросы, которые мы обсуждаем на встрече с избирателями. Ну и микрорайон Чистые пруды тоже. И они причем еще разные микрорайоны, да, конечно, с точки зрения даже фонда, инфраструктуры. Они все разные, поэтому и проблематика разная, и инициативы от жителей, они тоже разные. Я думаю, что каждый депутат поэтому сталкивается с вопросами, которые нельзя сказать, что вот они свойственны. Да, конечно, если вот проанализировать, там в адрес главы города поступило 517 обращений. Конечно, они все отработаны, но когда мы начинаем их анализировать с точки зрения запроса, немало очень, предположим, жителей, которые высказывают нарекания в адрес работы управляющей компании, жилищно-коммунального хозяйства. Это тоже, кстати, конечно, больной, да, такой не вопрос. Только вопросы благоустройства. Меньше стало, надо сказать, вопросов на отсутствие мест в детских дошкольных учреждениях. Понятно, что тема очень актуальна до сих пор. Для отдельных территорий она супер актуальна, и есть, мы знаем, эти болевые точки в городе. Но если взять в целом, то таких обращений стало меньше. Поэтому мы понимаем, что тоже, даже вот по результатам мониторинга такого, понимаем, какие вопросы начинают отходить на второй план, а какие выходят на первый план. Потому что вот если сегодня взять по социальному блоку, то больше на первый план стали выходить вопросы общеобразовательных учреждений. Школы. Школы. Дети, да, выросли. Да, поэтому, конечно, много вопросов поднимается, как я уже сказала, и не всегда они к компетенции относятся муниципального образования. Но я знаю, что все депутаты очень активно работают потом с этими обращениями, пишут обращения в соответствующие органы. Вообще, надо сказать, что, наверное, работа с избирателем – это важнейшая работа депутата, потому что мы самое ближайшее к жителям звено, а потом нам делегировали право их интересы отстаивать, каждому депутату. Наверное, поэтому депутаты так вот они бывают активны и ответственны по отношению к тем решениям, которые должны приниматься, к тем людям, которые им доверили это право. Да, вот то, о чем говорил Алексей Рябов, когда приходит человек, не может, например, депутат в силу своих полномочий решить его проблему, но, во-первых, он может выслушать, во-вторых, он может дать направление и сказать, все равно вы люди опытные уже, ну, да, куда, в какой орган, в какую структуру можно пойти с этой проблемой, да, или с этой там инициативой какой-то. И дальше уже человек начинает понимать, что он не один. И жители, например, не одни со своей проблемой, что есть вот такие механизмы. Вы вообще считаете, учитываете количество обращений? У вас есть, ну, не знаю, задача такая там по итогам года посчитать? Мы отчет делаем. Да, вы не поверите, мы делаем отчет каждый год. Мы раскладываем все обращения по категориям. Работа управляющих компаний, благоустройство, работа общественного транспорта, работа полиции там нашей, допустим. Питание, все вопросы, которые, подростковая, да, преступность, ну, абсолютно все. То есть у вас прям табличка такая получается прямо по итогу? Табличка, да. То есть вы как-то анализируете ее, да? И конечно, в зависимости от того, какие проблемы выходят там на первый план, этими проблемами, наверное, более усиленно депутаты и занимаются потом. Безусловно, так. Давайте мы сейчас сделаем перерыв, через 1,5 минуты вернемся, поговорим еще о депутатской деятельности и о том, каким образом удается что-то делать хорошее еще в округах. Продолжаем дневной разворот. Елена Ковалева, глава города Кирова, Алексей Рябов, заместитель председателя городской думы, и Сергей Копытин, председатель постоянной комиссии Думы по благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры в нашей студии. Хотелось бы поговорить о том, что сделано в округах депутатами и откуда берутся на это средства. То есть вот мы часто, когда встречаемся в этой студии, говорим такое словосочетание, может быть, не совсем жителям понятное, средства на исполнение наказов избирателей. Вот что это за средства? Это фонд какой-то или еще что-то? Как вообще их используют?
Может ли человек обращаться там, к депутату со своей какой-то проблемой, зная, что эти средства есть? И только ли эти средства используются на то, чтобы что-то делать в округах? Алексей Рябов начнет. Вы знаете, Сергей Копытин продолжит. На самом деле нет никаких денег депутатов. Есть деньги налогоплательщиков. То есть из бюджета муниципального образования город Киров ежегодно, 2 года подряд уже выделяется, 3 миллиона на одномандатный округ. На округ, не на депутата, на округ, это на важно. На округ, да? Это может быть 2 депутата, может быть 1 депутат, на округ выделяется 3 миллиона. Эти 3 миллиона должны быть потрачены на... А вот здесь вот я хочу вернуться к 2017 году, где мы приняли, с моей точки зрения, такое волевое жесткое решение, что все деньги по наказам избирателей должны тратиться на благоустройство территорий. Не как раньше, вот чернозем привезти, цветы посадить, то есть вот деньги распылялись. Угу. А здесь мы решили глобально тратить деньги на благоустройство территории. По своему округу скажу, если можно. Такой, не можно, нужно. Да, уникальный такой округ. У меня в округе, к счастью или к сожалению, 12 детских садов и 3 общеобразовательные школы, одна из них гимназия. И я принял решение вместе с членами общественного совета, что большая часть денег пойдет на приведение стадионов образовательных учреждений, школ, в нормативное состояние. Потому что не было ни беговых дорожек, не было элементарного там покрытия на полях, не было даже освещения, не было заборов. И вот 21-й год, это 3-й год, 3-я школа, получается, у меня в этом году должна быть завершена, и все 3 стадиона будут благоустроены. То есть каждый год вы вот на крупные такие как на бы, крупные, проекты получаете ваши средства. Количество благополучателей средства огромное. Направляете. Да, огромное. Учатся наши дети. И поскольку 12 дошкольных образовательных учреждений, то деньги идут также на замену ветких оконных конструкций. То есть окна и стадионы. Да. Сергей Владимирович, у вас как с наказами избирателей, что люди просят? Дополню. На самом деле это такое наше было консолидированное решение, да, о том, чтобы не размывать, вот, не распылять эти средства, да, мы по их направляем. Мелким каким-то, да, да, потому что, ну, как сказать, люди не видели эффекта, да. А раз мы говорим о выгодоприобретателях, о благополучателях, мы все-таки хотим, чтобы результат был заметен. Да, и в первую очередь он заметен, когда мы, так сказать, эти средства тратим на что-то, на самом деле, видимое, стоящее. Крупное что-то, например. Да, да, что можно потом... Что можно годами потом использовать. Да, все верно. И, допустим, если это окна, то да, это окна, это у меня тоже в округе, да, это замена окон и в детском садике, да, и школы, и благоустройство придомовых территорий. И вот как раз то, что касается придомовых территорий, мы ежегодно сейчас стараемся поддерживать те инициативы, то есть, допустим, жильцы приняли решение там в 2017 году благоустраивать свою территорию, да, участвовали в каком-то конкурсе, сделали прекрасную площадку, и дальше у них есть желание, да, и стремление, инициатива улучшать то, что уже создано. И из маленькой там территории, из маленькой площадки, да, мы там постепенно двигаемся к более благоустроенным хорошему придомовому пространству, да, где появляются элементы благоустройства, малые архитектурные формы. И вот эта территория совершенно по-другому смотрится. А как да, этих... ежегодно люди участвуют вот в таких проектах. А как вы этих жителей определяете? То есть они как-то... Да вам... их не надо не определять, они сами... Они, да, они сами находят. И слава богу, что такие люди есть. Я им всегда выражаю огромную признательность и благодарность за то, что именно благодаря вот в первую очередь им, их стремлению сделать жизнь комфортной вокруг своего дома, да, появляются такие проекты. И мы в первую очередь их еще раз повторюсь, именно их и поддерживаем. В общем, не надо стесняться, надо приходить со своими идеями. Абсолютно не надо стесняться. Да, здесь инициатива, она, как сказать, она ненаказуема. Она ненаказуема, она поощряется. Ну вот 3 миллиона в год на округ, это, конечно, большие деньги, да, но мне кажется, что в Кирове, наверное, столько желающих что-то сделать хорошее там у себя, да, что этих денег, наверное, не всегда хватает. То есть вы как-то привлекаете какие-то внебюджетные средства? Получается ли, не знаю, бизнес подключать как-то? Ну да, вы правы. Одним из таких вот направлений как раз является участие депутатов по софинансированию проектов местных инициатив. Мы уже об этих проектах говорили. Направляя средства как городской составляющей, одновременно мы работаем непосредственно с теми предприятиями, учреждениями, которые находятся, например, на этой территории. Их дети, например, посещают этот детский сад, либо как-то взаимосвязаны жители жизнью
жизнью этого предприятия, поэтому у нас много достаточно случаев в городе, когда бизнес-сообщество участвует вот как внебюджетный ресурс в реализации этих проектов местных инициатив. Прежде всего, получается, софинансирование такое, софинансирование. А потом, наверное, надо сказать, у нас внесено такое положение о благотворительности в части, опять же, реализации конкретных целевых каких-то проектов. Потому что до этого там предприятия говорили, вот мы бы хотели, предположим, выделить средства там на какой-то проект, но мы боимся, что это в общем котле бюджета все потеряется, и мы не увидим того эффекта и результата, который мы бы хотели видеть. Поэтому было разработано положение. Депутаты приняли это положение, наверное, уже больше 2 лет назад. И мы сегодня видим, когда, может быть, не массово, конечно, но возникает такое желание у предприятий, и мы потом контролируем как раз целевое направление этих средств, и само предприятие контролирует. Поэтому я считаю, что это тоже неплохая форма взаимодействия сейчас, с бизнесом. Сейчас уже механизм видно, как работает, да? Ну и, собственно, о взаимодействии депутатов и жителей сейчас, наверное, будем говорить. Как раз Елена Васильевна до перерыва говорила про общественные советы. Вообще, что такое общественный совет в округе? Что за структура? Как работает? Кто туда входит? Елена Васильевна, наверное, начнет, не знаю, там, Алексей Николаевич, я знаю, что вы председатель, да, у себя в округе? Да. Да, вы, может быть, продолжите, Сергей Владимирович, подключиться к нам. Ну, действительно, у нас хорошая сложилась такая практика. На базе центров местной активности формируются общественные советы. Это не какое-то юридическое лицо, это вот жители этого микрорайона, заинтересованные, опять же, в реализации каких-то проектов, они объединяются в некий общественный совет, и периодически мы собираемся, обсуждаем те вопросы или реализацию тех решений, которые были приняты на предыдущих заседаниях. Такая ячейка активистов получается. Да, это активисты, которые абсолютно не связаны, скажем, с работой в органах местного самоуправления. Это просто могут быть жители двора, либо представители этого же бизнес-сообщества, но территориально, которые заинтересованы в развитии этой территории. Да. То есть это любой может прийти, так сказать, вот изъявить такое желание, и он будет здесь работать. Что хотелось бы отметить? Мы ежегодно проводим такие итоговые общественные советы, в которых я по мере возможности принимаю участие, где мы обсуждаем, что удалось реализовать из ранее принятых протокольных решений и рекомендаций, и что мы еще там новое берем в работу. Вот, к сожалению, в прошлом году мы начали проводить эти общественные советы, но в связи с принятием ограничений мы были вынуждены приостановить. В этом году нам все-таки ситуация позволила, и мы в течение, наверное, 2,5 месяцев вот такие общественные советы проводили, и мы видели, что жители соскучились вот по такому прямому общению, и они иногда затягивались на 2-3 часа. Поэтому на самом деле ничто не заменит вот... знаете, такое общение глаза в глаза. Хотя, как сказали коллеги, ну, мы были вынуждены, и жители, в общем-то, даже иногда сами предлагали, лучше давайте по телефону проговорим, мы не пойдем. Но это правильно. Вот, поэтому я считаю, что все формы общения с жителями, они хороши. Самое главное, чтобы мы понимали, что и депутат заинтересован в развитии территории, от которой он избран, но и мы, как уже коллегиальный орган, должны и можем какие-то решения принимать, которые там от нас зависят. Алексей Николаевич, сложно было вообще раскрутить вот эту вот историю с общественным советом? Как это происходило? Вы знаете, общественные советы были, в принципе, раскручены до нашего созыва. Угу. Они присутствовали. Мы немножко поменяли численность, структуру и немножко работу поменяли общественных советов. И вот дополню Елену Васильевну, да, то есть общественный совет или общественный совет гражданского общества, он еще называется, да, это некое связующее такое звено между органами местного самоуправления и населением. Там работают абсолютно на добровольной основе вот, представители активной части населения, как правило, это председатели ТОСов идут, потом руководители муниципальных или государственных каких-то учреждений, естественно, депутаты этого округа. И вот в таком тесном взаимодействии они не могут повлиять на качество жизни, на экономику,
На это они не могут влиять, но они могут оценить качество проводимых реформ, качество банально, вот как дороги укладываются, что в своем округе, именно что в своем округе надо сделать. И выходят с предложением к депутатам, и дальше уже работа депутата. Соответственно, известить, допустим, департамент городского хозяйства, что здесь есть проблема, организовать на месте выезд специалистов департамента городского хозяйства, что эту проблему надо решить. Естественно, у нас деньги закладываются на следующий год, но тем не менее это все решается именно по инициативе жителей, то есть вот членов общественного совета. Ну да, дополню, что как раз на общественных советах вся та проблематика, которая есть, она сразу фиксируется, заносится в протокол, да, и люди в дальнейшем видят, насколько те вопросы, которые ранее были зафиксированы, да, они выполняются, реализуются. То есть ни один вопрос в любом случае не остается без внимания. И как раз задача депутата, да, те вопросы, которые на общественном совете обсуждаются и протоколируются, контролировать их исполнение администрации города. Чтобы не замылились они, да, никуда не исчезли. Спасибо. Нам надо подводить итог. К сожалению, времени у нас не остается. Мы видим, что есть несколько эффективных механизмов взаимодействия горожан и депутатов, и общественные советы, и в центре местной активности, и там и встречи с депутатами в округах, адресная работа с обращениями избирателей. Вот, в общем, хочется пожелать активности и жителям, и депутатам, тем более, что впереди у этого созыва городской думы последний год. Надеемся, он будет продуктивным. Спасибо большое нашим гостям. Елена Ковалева, глава города Кирова, Алексей Рябов, заместитель председателя городской думы, и Сергей Копытин, председатель постоянной комиссии Думы по благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. До свидания. Всего доброго. До свидания.